Рекомендую, ребята, вам подписаться на игровой канал Цезарь. На этом канале выходят видео по танкам онлайн, также выходят видосики по другим играм. В принципе, сейчас вы можете их наблюдать на своих экранах. И, впрочем, ребята, как мне сказал автор данного канала, когда на его каналечке наберется 100 подписчиков, он будет устраивать все различные конкурсы на краски, кристаллики и еще что-нибудь. Так что ссылочка на его канал будет в описании. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов, тогда ставь лайк данному видео, подписывайся на канал и напиши комментарий со своим ником. Более подробная инфа в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами, ребятки, играем опять же Дорогу Смерти. Ну, она так называется, рубрика Дорога Смерти. Соответственно, нам, ребята, нужно будет по определенной трассе проехать, и в итоге нас будет ждать на этой трассе такие некие сюрпризики в виде одной, двух, трех мин, и также будет одна такая мина, прям очень-очень жесткая, так знаете, сюрприз-сюрпризный. Там будет целых 9 штук, на которые мы по-любому должны взорваться. Сегодня нам помогал минить это Айкуут. Ну, короче, вот этот чувак, который у нас на первом месте в команде красных. Вот, со мной сегодня будет участвовать этот Петр, один из модераторов на моем стриме. Вот, ну и Голдик нам скидывал, ребята, тут механ. Вот, короче, всем составом решили это все забахать, замутить. И давайте сейчас я вам покажу трассу. Вот это моя, ребята, будет трасса, по которой мне нужно будет ехать. Сейчас я вам покажу. Вот так нужно ехать, 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 ехать. И смотрите, в чем еще прикол. Вот я сейчас говорю, у меня вот мои ребята слышат, которые сейчас со мной здесь участвуют. Смотри, нужно ехать, Петр, короче, всегда по минам. И нужно ехать только по минам. Вот по минам едешь, сразу там тебе нужно до этого было, короче, зайти и посмотреть минку, дорогу свою. Ну, я думаю, ты ее запомнил. И вот, короче, я, ребята, вам тоже эту дорогу показываю. Тут мы уже с Петром встречаемся и прыгаем на Голдик. Вот, если вам, в принципе, нравится эта рубрика, то давайте, ребят, набираем под этим выпуском 1000 лайков, и мы начинаем сразу же снимать следующий выпуск. Ну, а давайте я сейчас зайду за синеньких. И, пожалуйста, респу мой благородный, господа, благодарность. Респ, привет, у меня говняцкий, я отсюда уже не доеду никак до точки, так сказать, нашего старта. Давайте я еще раз уничтожусь. Ну, потому что стартануть именно хочется прям красиво. Вот это уже хорошая точка, прям вообще знатненькая, добротная. Так, ты готов, Петр? Петр, ты готов? На это безумие. Так, давай встаем уже на позиции. И сейчас мы с тобой просто полетим, поедем. Давай. Воу, тихо-тихо-тихо. Давай на счет 3. Раз, два, три. Погнали. Все, и, кстати, нужно всегда кнопку вперед жать, и ее отжимать нельзя. То есть всегда-всегда тупо вперед жмешь. То есть по одной миночке вот так нельзя подрывать, чисто вжу-жу-жу-жу-жу надо. Вот почему у меня рез-то вообще не на моей стороне, так нечестно. Так, блин, вообще нечестно. Так, окей, давайте спускаемся по шурикенскому и уже начинаем ехать дальше. Главное вот эту вот всю парашу проехать, парашную, которую сейчас... Я понял. Я тупо понял. А здесь вообще реально проехать или нет? Это же просто жесть какой-то. Так, давайте. Да что ты будешь делать-то? Я даже на старт не могу. Титан, да не-не-не. Мы уже корпуса выбрали. В принципе, это все. Такие корпуса у нас уже и будет до конца нашего раунда. То есть, если мы изначально выбрали викингов, мы будем страдать на викинге. То есть, а у меня хоть одел паука, да? Я вроде бы одел паука, но я как-то все равно очень прям по фастику взрываюсь. Ну, норм разминил. Ну да, кстати, тебе прям очень сильно повезло. Ты прям вообще так нормально разминировал. А я, короче, с этой парашей даже не могу сдвинуться. Блин, это на самом деле печальненько. Печальненько, досадно, ну ладно. Так, тихо, не бушуйка. Сильно, очень жестко. Зачем я нарю эту сраную нетрушку? Кстати, из-за этой нетрушки, ребята, в большинстве своем случае я не могу нормально приехать. Прям вот серьезно, я просто отвечаю и говорю. Именно за вот этой сраной нетрушечки. Да боже мой, здесь точно стоят такие одинарненькие минки? Потому что что-то я прям вообще... Может, пойдем? Нет, с самого начала нужно. Именно нужно с самого начала туда заходить. С самого начала, я тебе сказал. Значит, с самого начала. Так, ладно, давайте залетаем, заходим и начинаем уже с вами как-нибудь эпичненько ехать.
наконец-таки в этой жизни своей-то начинаем эпичненько. Охереть, просто не стать. Вот это, кстати, было довольно-таки эпично и красиво. Это жесть, просто не заезжать. Ну, может, в принципе, не заезжать, главное на вот этот старт приезжать и оттуда уже конкретно-таки стартовать. Блин, ребята, это очень жестко, поэтому я думаю, рубрика вам понравится. Вот, обязательно ставьте свои лайки, подписывайтесь также на канал, кто смотрит эту рубрику впервые. Ну, а я не могу пока приехать, я серьезно, просто не могу даже приехать сюда. Я уже не представляю, что будет у нас дальше. То есть, что серьезно, ребята, у нас будет дальше? Да, зачем я эту нетрушку сраную? У меня эта нетрушка просто начинает на автомате нариться. Я не понимаю, для чего я нарю, зачем. Но она у меня как-то сама по себе нарится. Блин, мне кажется, это будет выпуск боли и страданий. Потому что я просто взрываюсь. Изи, почти полмоста. А я не могу проехать. Какого фига? Я вообще ничего не понимаю. То есть у меня эта точка, она не ездит. Мне кажется, или с моей стороны прям очень жестко заминено. Там какие-то пятерные, шестерные мины стоят. То, что я взрываюсь, ну, практически с первого раза. Как так? Почему так? И я... Давайте вот здесь... Две минки подорвем, чтобы мне хотя бы продержаться. Тихо, тихо, тихо. Ладно, давайте уже немножко попритормаживать будем. Так что Миха там тоже имеет такое в виду. Немножечко можно будет притормозить, потому что, ну, я не представляю, как, короче, до этого голда доехать прям по фастику. У меня еще респит почему-то со стороны Петра. Ну, вот не Миха, а Петр. Вот. Так, ладно, а у тебя все остались минки? Ух ты, боже мой, у тебя еще здесь минки остались. Давай, проезжай по мне. Я все-таки твой путь загораживаю, так что можно здесь уже и немножечко, так сказать, выполнить. Тихо, 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 тихо. Вот, кстати, говорят, у меня уже начинает немножечко таки сильно, да не немножечко, а нормально, ребята, пригорать. Но это бред какой-то. Я не могу даже ничего сделать. Как можно это все дело разминировать? Да вообще по-жесткому. То есть... Это, ребята, жесть, это в натуре жесть, и по ходу дорогу я выбрал очень просто, очень длинную, очень жесткую, и мне кажется, или мы здесь это будем проходить просто какую-то вечность, я понял тебя, братишка, вот и одна единственная мина была, которую еще Петр не разминировал, и именно мне, сука, нужно было взять и ее разминкать. И опять, кстати, ребята, еду с нетрушкой зачем-то. Ну вот это охереть, как я так могу подрываться? Я ж так никогда в жизни не приеду. Это просто жесть, я даже не могу никуда заехать, это о чем можно говорить? Мне вот интересно просто, насколько эта рубрика у нас выйдет, потому что прошло уже нормально-таки времени, а я, ребят, практически на одном месте, то есть я даже вот это по хероте вот это еще не проехал. Все, мы продолжаем, начинаю я немножечко вот так потихонечку, помаленечку передвигаться, немножко, ребята, все-таки мы позволяем себе такую погрешность в виде того, что можно немножко приостанавливаться, можно... Короче, давай, смотри, Михан, вот где у нас будет респы, ой, Михан, Петр, где у нас, короче, будут респы, с того места сразу и стартуем, ну, потому что это очень жестко. То есть, если у нас будут респы максимально близко к этому, кстати, ребята, да, на сюрпризике у нас подорвался немножечко, вот, если у нас будут респы максимально близко, получается, к нашему выходу, то уже едем все-таки на них. Так, ладно, понемножечку, ребята, разминируем у нас эти самые миночки. Ну да, кстати, вот так немножко повеселее идет, сорян, ребята, что так получилось, немножко не по... Немножко не поправил, но хотя, думаю, тоже будет довольно-таки прикольно, эпично, досадно, да ладно. Смотрите, то есть я... То есть минки, смотрите, настолько жестко стоят, что я даже так умудряюсь просто подрываться. То есть умудряюсь так подрываться, и это просто жесть. Так, ладно. Сказал я, вот если респы будут, да, нормальные, можно... Да, дай ты мне проехать, я стараюсь назад отъехать, он мне такой... Давай потом запишем со мной... Окей, 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 окей. Так, ладно. Ехаем, ребята, ехаем просто. Ну, сейчас, кстати, я начал уже с самого начала стартовать, потому что у меня там немножечко не получилось это все дело сделать. Ну, как не получилось? У меня все получилось именно со стартом. Мне именно не подфартило с ним. Вот это, да, вот это прям печаль. Печальная. Стой, парики, стопарики, стопарики, стопарики. Я тебя просто умоляю, остановись. Давай, перевернись, перевернись, перевернись. Боже мой, ну чуть-чуть, кстати, не хотел. Эй, не нужно меня толкать, а то это нечестно будет немножечко. Так, ладно. Ладно. Давайте.
начинаем стартовать. Мне вот интересно, где у нас уже Петр там находится. Не обогнал ли он меня прям очень жестко? Потому что если он меня обгонит, прям вообще пожескочу, да еще и сделает меня тут сдернет, это же вообще, ребята, будет просто печаль печальная. Так, ладно, ехаем понемножечку, помалечку. Мне кажется, или вот этих мин тут не было? Или как они так появились? Тихо, я тебя просто умоляю. Братишка, давай ты у нас останешься все-таки. Если бы я сейчас еще после этого, после этой сальтухи стал в плюс, вот это было просто, ребята, дико прям невероятно. Дико невероятно, эпично и просто офигительно. Так, окей. Ну, алло, я же сказал, выключите микрофоны, кто у нас сидит в конференции. Можете зайти в Skype, выключить микрофон, и чтоб ничего абсолютно не шумело. Так, ладненько. Давайте, ребята, ехаем сюда. Ехаем. Ой. Блин, а кстати, здесь я уже сам немножко, ребят, начинаю дорогу забывать. Но вроде бы нам нужно именно вот сюда вот ехать. Ты издеваешься? Боже мой. То есть, когда вот такие натуре корпуса мы выбираем немножечко, то есть, по сути, даже не имеет, ребята, значения какого-то особого, чтобы стартовать сразу быстро, вот, не отжимать кнопку вперед, там, не поджимать еще что-то. Вот здесь, по сути, вообще ничего не имеет значения, то есть, даже вы смотрите, сейчас, как у нас правила немножко изменились, вот, мы здесь все-таки имеем право немножко приостанавливаться, но потому что это в натуре жестко. Я выпуск не хочу затягивать на какие-то там час, на два, на три часа, хочу, что все было у нас проходило, конечно, по фастику. Вот, а если бы мы действовали по правилам, я так думаю, с такими просто минками, с таким минером жестким, мы бы вообще нихера отсюда не уехали. Так, ладно. Начинаем и держим свой путь дальше. Опа. Все, ребята, потихонечку, помаленечку едем и движемся к своей цели. Я просру, кажется, но я не знаю. Мне, если, в принципе, сейчас ни херашеньки не повезет, то я думаю, ты даже не прострешь. Хотя здесь вроде бы уже сюрпризиков никаких нету. Я уже свой сюрприз немножко так разминировал. Вот единственное, ребята, знаете, что меня убивает здесь? Это ехать наверх, то есть подниматься... Я тебя понял. Я просто, ребята, это все дело понял. Я же уже практически подъехал. Какого фига? Боже мой, у меня еще и рев со стороны Петра. Это просто жесть. Здорово. Ну все, ага, ну все. Я вот здесь тоже немножечко сзади тебя такой нахожусь. И ну все. Знаете, что долго я уже хочу на мульте записать. Натуре рубрика, что-то у нас в натуре затягивается прям очень по-жесткому. Так, ну ладно, ничего страшного. Дорога смерти, она на той дороге смерти, чтобы затягиваться так по-страшному и по-жесткому. Так, ладно, жрем аптечку. Хотя сейчас вот я действительно не понимаю, нахера я это сделал. Аптечка, тихо. О, нормально. Сейчас вроде как бы норм уже иду, хотя, в принципе, вот здесь сейчас у нас опять трешак полнейший начинается. И это вы знаете, как тачки берут на прокачке и типа такое это бух, подвеска, ребята. Бу-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Здесь, мне кажется, не хватает какой-нибудь типичной музыки под все это дело. И было бы просто вообще, чтобы ты в минус лег. Ах ты какой мне желательный. А чтоб ты тогда подрывался всегда с первого раза. Тихо. Не бушуйте, харе меня стрелять там. Я по ним немножечко начинаю ехать. Боже мой, ребята, это просто боже мой. Я с этого охереваю. Вот единственное, кстати, что здесь очень трудно делать, это подниматься на вот эти подъемчики. Это серьезно, вот подниматься на вот эти подъемчики. Тихо. Это самое трудное, самое жесткое. Тихо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нормально, ребята, нормально. Вроде бы их им... Потихонечку начинаем ехать. Сорян вас, ребята, за звуки в конференции. Вот, да тихо. Ooh.
Где у нас Пётр? Я надеюсь, что я успею. Он там подорвется. Я просто дико на это надеюсь. Я прям перед самым голдом просто лег в жесткий минус. Это чисто GG. Тихо. Это на то, ребята, это просто настолько бритово, что мне аж самому не верится. Так. Все. У меня ничего не горит. Со мной все нормально. Мы начинаем жестко мега нагибать. Я просто очень жестко затупил. Я тороплюсь, ребята. Я очень жестко тороплюсь. Из-за этого как раз таки у меня много чего не получается. Ладно. Сейчас давайте, ребят, просто собираемся со всеми мыслями. Думаю, сейчас вы довольно-таки знатики так поржали на этом моменте, когда я просто взял и практически на ровном месте лег в минус. Но это просто вообще габелла. Сюрприз опять. Пора там сюрпризов мне ставить. Кстати, там некоторые мины, вот я как раз таки в начало, наверное, эти сюрпризы с Анной и напоролся. Потому что я там, когда ехал, у меня... Да вы издеваетесь, ё-мо, я же эти мины практически все объехал. То есть я там на каких-то минах прям очень жестко подрывался. И с самого начала, ребята, вы сами видели, что я даже не мог выехать оттуда. Еще раз тем ребятам, наверное, говорю и повторюсь, кто у нас смотрит видосы с середины, там, с какого-нибудь другого, с конца. То, что у нас здесь немножко другие правила изменились, и все-таки понемножечку так можно останавливаться. Ну, хотя я практически здесь, ребята, не останавливаюсь. О, все. Изи, ребята, просто приезжаем и отбираем этот гордик. Вот, на этом, ребята, данная рубрика у нас заканчивается. Я так думаю, она вам понравилась. Если так, обязательно ставьте свои лайки, также подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Но с вами был Вайдер, Михан, ну, короче, все вот эти люди, которые мне помогали. Всем пока-пока.